здесь дворец у них, Маша, смотри, видишь? Да. Тоже горка своя. Немножечко скользко. Опа. Да, здесь целое надо этот пройти. Испытание целое, чтобы. Валя, я думаю, что такое? Ну кто валяется? Кто-то грустный. Скользко, ребята. Очень скользко. Проходи, Маша. Камеру тут поставил. Привет, камера. Бабушки. Кто-то там идет. Леша идет. О, Леша. Не узнал, да? Айда. А вы что, знали, что мы едем? Мы с Машенькой к тебе приехали. Да. Нам котиков что-то купили. Мать звонила. Андрюша, не был у тебя? Я говорю, нет. А. Давай сейчас лазер будем открывать с тобой. Да. Ну, вот, лазер, ну игрушку, чтобы котята играли. Ой. Машенька, год не виделись, да? Ой, какой маленький, Машенька, смотри, какой он маленький. Да. Тебе нравятся такие маленькие, Маш? Да. Мы оставили их, не стали убирать. Да, конечно. А что, она одного уже, обычно много их. Ну, старые уже. А это кто? Родила, окатилась. Дружина Алиска. Алиска. Алисин котенок. Я знаю, знаю, знаю. Вот она, вот она. Алиса. Где она? Алиса, вот. Алиса, не бойся. Алиса. Она боится. Алиса. Че, она играть не будет. Почему? У тебя. Это тебе не твои. Она котенку пришла, наверное, да? Да. Конечно. Смотри. О, мама посидели маленько. Вчера день рождения. Все приехали. Да, вчера приехали. Посидели. Вика как-то. Нормально, что-то приболел чуть-чуть. Ну как приболел что-то? Так она ест, что попало. Да, конечно. Сухари, вот это все. Она его уже затаскала, прячет. Таскает его. Она мне его? Туда я уже, вон, видишь, заклеил. Туда затащит. Кто ко мне в шифонер туда притащит, спрячет. Котенка, да? Ну. Так думает, переживает за него, один считает. А обычно у кошек так много же котят, да, рождаются? У Лужки вот. Ну. Там и 5, и 6 были. Яшка вот у нас. А как пропал. Назвали? А кто, чё, кто такой? Что за Яшка? Рыжий вот кот. У нас рыжий большой в сарае. Но... И остался Барсик только. В смысле, куда-то делся, не приходит, что ли? Да. Два ушел уже. В Варенский дом ушел. Он туда ходит. Похоже, в подвале его закрыли. В этот, как его. Может, поймали? Нет. А, закрыли, и что, не открыли? Наверное, и закрыли. И закрыли, и не вылезет оттуда. Но сходить, может, туда надо? Я ему сказала, иди сходи. Посмотреть, я, но... Он же понимает, конечно. Он почти ходил раньше. Да? Туда, вон, Яша. В добрый холод, да. Так а что не сходишь-то? Яша, покричи, может, выйдет, а то закрыт, умрет же там. Я уйду утром, когда корова идет, корова, смотрю. Ну, умный, он, наверное, услышит все равно голос-то. Ну, конечно. Яша, мы его все раньше, я его все делимбом, загорелся кошкин дом, все качала я его. Маленького? Ну, не маленького уже. Не свети. Сколько лет? 5, наверное, уже. Маленький, видишь какой? А как назвали-то его? Мусенька. Ну, а дайте, кушайте. Я супчика горячего похлебаем, да, и поедем, Маш. А этого надо рыжику, конечно. А у нас Яша был. Помнишь, у нас черный кот Яша был? Да. С Ямским все дрался-то. Он там, они поделить не могли территорию-то. Люба все. Как уж. Баталов Яков Андреевич. Его? Да. Яков? Яков. А, а, Яков, прям, я не помню. Да, она маленькая так называла, да? Ну, она как Мика. Маша вот была. Говорит, ой. Яков. Яков. Яша. Да, Яков, Яша же. Ну.
Баталов. Ну, Баталов. Было у меня случай про Якова, я вам рассказывал. Свидетели Иеговы, там Яков был муж. Теплый или горячий? Ну, погорячей, конечно, чтобы не теплый был. Но а остынет же. Надо. Конечно, остынет потом это. Прокиснет огонь. Ну. Так что... Я никуда не хожу, боюсь. Сейчас, да, сейчас тут опасно, как бы вот это все. У меня бронхит, мне нельзя. Сейчас, бабушка, опасно это все, ну. А вы что с Лешей маленький день рождения посидели, да? Что, готовила что? На Новый год-то посидели, и день рождения. День рождения, ну. Я сегодня все доели. Я и салаты делала, и бутерброды. Ой, здесь стол накрыли, да? Здесь. Первый канал включили, да? Да. Путина смотрели, слушали? А? Слушали что, Путина? Подарим, что ли, одно? Путина. Конечно. Слушали? Путина слушали? Нет, Путина я спать легла уже. А как вы Новый год-то встречали? Раньше, что ли? Посидели маленько. Понятно. Салют был на площади у вас маленько? Мало в этом году. Мало? Mm-hmm. Ну, а что-то хотя бы было. А? Ты Любе увезешь? Кого? Они сами завтра приедут. А, сами? Мы к Любе сейчас поедем. Вот площадь. Красивая. Маша, ты будешь супчик? Салюта, говоришь, мало было в этом году, да? На Новый год. Мало, Андрюша. Народ не выходит, боятся же. Сейчас бабушка борща наложит. Недавно делала, да, бабушка, борщ? Мне маленько, баб, мне маленько прям. Немножко. Мне чуть-чуть водичка похлебать, горячая просто, да. Пойдя, садись. Машенька, будешь? О, спасибо. А? А? Будешь? Давай. Суп? Не, супчик-то будешь, Маш, чуть-чуть. Ну вот, посмотри. Давай попробуй вот этот, попробуй. Если не будешь, не будешь. Ну, тебе где нравится? Угу. Маша играет лазером. Бери мандаринку, Маша. Вот это вот на, сухие. Андрюша, перчик надо? Вкусный. А хлеб? Да, надо? Да, давай перчик. Не. Хлеб надо, мам? Не, не надо. Сейчас высох. Все, все, все. Спасибо. Маловато. Вкусно, Маш? Ничего. Мандаринки вкусные. Поешь, Маш? Холодно, но интересно. Тебе просто надо телефон, бабушка, чтоб ты смотрела тоже ролики, видео. Че ты дома-то все равно сидишь? Посмотрела. Как мы с Машенькой гуляем, с Викой. У вас дорогу, кстати, сделали теперь через Василовку, оказывается. Сделали? Сделали, да. Проводит. Это кто? Тестер. Говоришь, в любую глубинку заедет? То есть все, да? Да. Любым человеком, говорит, раз разговаривает. Угу. Мать катавская. Мать катавская. Ну. Мать жила у дома, в да. Авангарде была. Ходил, да. Ну, он сейчас, смотрю, для Рязани начал делать. Вот прям вот это все перед ним все начали делать. Видела, да? У нас даже тротуары тут делают. Да? Тротуары, да, начали делать? Ага. За сколько лет ничего не делали? Заброшена была, да? Логика вот это все. Банкротство идет здесь. Вообще от ее ГРС ничего не останется. А посмотри-ка, отопление, какие горячие батареи у нас. Вот да, никогда не было, чтобы такие горячие-то, да, были, да? А да. Что, почему начали так? Ну, он приезжал сюда. И прям тепло так у вас дома уже? Даже в куртке тепло, не жарко. Тепло, да. А вода огненная. Ну вот. Видишь, там как хорошо. Разгон. Разгон дает. Он и там, в Челябинске, с сыном кормушки для птичек. Делает, ну, молодец. Все, бабушка, а давай, пока-пока. Пока. Там, в машине. Все, всем пока. Увидимся давай. Еще. Дверь открой там. Угу. Это, там закрытый. Ладно. Ну все, бабушка, давай, увидимся. У вас тут есть геи. Ну да, проходи. Давай, пока. Пока. А то кошки у меня уже... Пока-пока. И дом купить. Но не до этого мы пошли. Правда, что... Все, бабушки с Машей. Ух, как Машка спускается. Бабушка, Маша, подарок.
подарил. Шоколадки и фрукты, да, Маш? Да. Маса? Мандарину Маш? Я мандарину. Буду есть. Я только мандарину буду есть. Приехали к Любе, к сестре. О, снежок, хорошо. Да? Че, пойдем? Да, пойдем. Я хочу посмотреть, какая у них комната. Комната, да? Ну пойдем в комнату посмотрим. Ксюше, Жене, братьям, сестрам. Ждем лифт. Играть приехала Ксюша, Маша. Да, да, вместе интереснее сейчас будете играть. По тебе незаметно, что ты хочешь взять весь мир, хочешь, чтобы он был твоим.